Городок. Большевики доказали, что даже деньги получаются путем естественного отбора. У тех, у кого были деньги, они их естественно отбирали. Планов громадье, дорогой вы мой Герберт Уэллс. Мы электрифицируем всю Россию. Железный конь придет на смену крестьянской лошадке. Все будут жить со всеми удобствами. Туалет в каждом дворе. Вот так. Вы, мистер Ленин, есть просто кремлевский мечтатель. Да. Это все есть какая-то фантастика. Это только кажется фантастикой, потому что мы сейчас очень и очень бедные. Бедные, но это временно, я вас уверяю. Мы скоро будем очень и очень богаты. Окей. Кстати, господин Уэллс, раз у нас зашел такой разговор, не могли бы мне одолжить, скажем, долларов 100? No problem. Я при следующей встрече непременно верну. Окей. Плиз. Когда зайти? Знаете что, dear friend, дорогой вы мой человек, а вы приезжайте к нам лет эдак через 20.